Уже завтра, 15 июля, в Госдуме пройдут слушания резонансного проекта поправок к законодательству, которые запрещают открытую перевалку угля в черте города. Результат напрямую отразится на работе угольного терминала в Находке. Напомним, жители с этой проблемой достучались до президента. При этом аналитики отмечают, что в стране под закрытие после поправок могут попасть сразу 23 таких предприятия с более чем 15 тысячами работников. Однако основной смысл законодательной инициативы не остановить бизнес-процессы, а обеспечить защиту жизни и здоровья жителей через разумные решения, которые прекратят бесконтрольные выбросы угольной пыли в атмосферный воздух. Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета по экологии и охране окружающей среды. Согласно проекту поправок к законодательству, перевалку с использованием грузовых складов, конвейерных систем, перегрузочного и прочего оборудования открытого типа предлагается запретить уже с 1 ноября.